доброго времени суток. Всем привет. Приготовим сегодня грибы, фаршированные рыбой. Рыба у меня треска, в этом куске у меня 700 грамм. Мы сейчас снимем филе, отделим от кости, ну и, конечно же, через мясорубку прокрутим. Также понадобятся нам грибы. У меня такие большие, 8 штук, огромные грибы. По весу тут 700 грамм грибов у меня. Мы сейчас вот эти ножки выломаем и все отправим в фарш. То есть вот эти ножки мы перекрутим вместе с рыбой. То есть будет такой грибной, рыбно-грибной у меня фарш. И мы будем этим фаршем фаршировать наши грибочки. Также можно нафаршировать куриным фаршем. Одна луковица нам понадобится, грамм 150. Этого достаточно. Зелень по вкусу, по желанию для украшения. И ложечек 4-5 мы отправим маслечко растительное прямо в фарш. Специи ваши любимые. Я положу черный молотый перчик, специи и сушеный чесночок. Больше ничего, соль обязательно. Ну а вы берите самые любимые ваши специи. Я добавлю еще паприку красную, 1 чайную ложечку. Итак, отделяем филе от кости. Ну а теперь делаем так. Разрезаем по спине, делаем такой надрез острым ножом. Проводим по спине, то есть по самому позвоночнику. Все, сняли филе и по косточке, аккуратненько. Отрезаем вот эти вот плавники, они нам не нужны. И вторую часть филе то же самое снимаем. Вот эту вот косточку отрезаем вместе с плавничком. Так будет удобнее снимать филе, вторую часть. Покажу поближе. Берем ножом и под самому позвоночнику просовываем нож и по позвоночнику проводим ножом. И филе у вас остается в руке, а косточка отделяется. Главное в руках острый нож. Просто кончиком ножа проводим по позвоночнику, по косточкам вот таким вот движением слегка. И все, и отделяется филе, вот как видите. А теперь берем за шкурку, за вот эту вот. Ну, а конечно же, теперь тут уже никаких проблем. Тут уже как получится. Главное снять шкурку. И берем за мясо, прям держимся. Отрезаем вот это вот мясо. И держим в руках и тянем шкурку. Все, сняли, стянули чешую, вернее шкуру с рыбы. Все, остался на филе. Шкурка нам точно не нужна, мы ее выбрасываем. Ну, это я порезала уже на мелкие кусочки. Лучок тоже произвольненько режем и перекручиваем на мясорубке. И не забудем сюда сейчас добавим ножки от грибов. Вот так, грибы мы почистили, все вот так вот грибы почистим от ножек, отделим ножки от грибов. Все, идем на мясорубку перемолоть. Перекрутили, получился вот такой фаршик. Ну а теперь посолим, поперчим, добавим растительное масло обязательно, 4-5 ложечек. Достаточно, чтобы фарш не был сухим. Ну а эти две ложечки нам понадобятся, чтобы наши грибочки замариновать. Сюда мы специи добавим и, конечно же, в фарш отправляем соль чайную ложечку без горки, ровненькую. Пол чайной ложечки черного молотого перчика, пол чайной ложечки сушеного чесночка добавляем. Ну а там берите по своему вкусу. И чайную ложечку паприки сладкого перчика сушеного. Теперь в чарочку отдельно, где масло, примерно 2 ложки столовые масла берем. Туда же добавляем пол чайной ложечки соли, пол чайной ложечки сушеного чесночка и щепотку черного молотого перчика. И пол чайной ложечки красного сухого перчика сладкого, паприки вернее. Все перемешали, вот такая вот заправочка получилась. Теперь мажем грибочки наши. Можно ложечкой, можно рукой, можно щеточкой, кисточкой. Все, замариновали наши грибы, оставляем в сторонку. Теперь я еще добавлю 2 ложечки растительного масла и оставлю в сторонке. Они нам понадобятся в самом конце. Всего у нас уйдет 8 столовых ложек масла на это блюдо. Теперь фаршик перемешали, отбиваем вот таким вот образом, как на котлеты фарш отбили. Поделили на 8 частей, так как у нас 8 грибочков. Ну или вы уже делите, сколько вам надо. Все, а теперь фаршируем наши грибы. Прямо туда в грибочек. Подвигаем пальчиком фарш, зафаршировали и сверху вот эту котлетку прилепили. И прямо руками, как вот котлету мы лепим, прям туго прилепили фаршик на грибочек. Все, наши грибы фаршированы. И мы сейчас помажем маслечком и отправим в духовку. В духовке они будут выпекаться минут 40, пока не образуется красивая румяная корочка при 180 градусов Цельсия, не больше. Поставим мы их на посередине, вернее, в духовке. Укрывать ничем не будем, ни фольгой, ничем. Все, отправляем в духовку, добавляем кунжут по желанию. Можете этого не делать. Очень вкусно получится с кунжутом. Попробуйте, приготовить. Рецепт я оставлю под видео в описании. А еще под видео в описании ссылочка на наш семейный канал. Заходите и подписывайтесь. Поехали в духовку. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Наши фаршированные грибы готовы.
выкладываем их на тарелочку, посыпаем зеленью, подаем на стол. Всех с наступающим Новым годом! Понравилось, ставим лайк и подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!